Привет, друзья! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life is My Life. Сегодня у нас суббота, 16 февраля. На улице 16 градусов тепла. Как вы видите, наконец-то в Калифорнию начинает возвращаться солнышко. Становится теплее. Но, наверное, ненадолго. Вчера был дождь целый день и целую ночь. И, в общем-то, по прогнозу погоды планируется дождь и на завтра. И, как вы видите, ветер очень сильный. Эти деревья как балуются, вот. Но сегодня я вам могу показать, как выглядит калифорнийское небо. И мы идем сегодня в магазин Sam's Club. Нам надо сделать небольшие покупки, потому что к нам намечается приезд гостя, с которым мы будем знакомиться, и вы об этом должны будете узнать чуть позже. Поэтому я один бегу в Sam's Club, Маришка сегодня на работе. Ну и сделаем маленькое видео про магазин и покажу вам небо. Увидимся. Я иду по парковочке в Sam's Club, и вот вы видите небо над магазином. Оно абсолютно голубое, абсолютно чистое, буквально видно пару облачков. Вот так вот выглядит калифорнийское небо. Хорошую погоду. Обычно облаков практически нет. Бывает, что вообще нет. Смотришь в любую сторону по горизонту, не видно ни одного облачка. Но это обычно, когда... Обычно часто бывает, когда хорошая погода, вот. Но так как сейчас у нас начался сезон дождей, то вот так вот немножко бывает в облаках и очень ветрено. Видите, пальмы, да вы и слышите, что ветер очень сильный, пальмы болтаются, но зато у нас зацвели деревья. Как бы весна приходит полным ходом. Смотрите, какая красота. Вот. Ну а я иду в магазин. И будем что-нибудь покупать вместе с вами, как обычно. Вот я уже в Sam's Club. Сегодня у нас будет небольшой поход, как я вам сказал. Нам надо сделать покупки в рамках какого-то проекта. Вот. Поэтому сейчас мы идем... Ну, мы будем покупать что-то для стола и что-то, как обычно. Купить нам надо совсем немного. Вот, и сейчас мы, как обычно, идем начинать делать наши покупки молока. Потому что почему-то молоко из Костки, которое всегда пил наш Антошка, и которое мы купили в прошлый раз, ему показалось, похоже, ой, смотри, какая милость сидит. Ой, смотри. Ему показалось, что оно миндальное. Однажды я ему предлагал попробовать миндальное молоко, но ему не понравилось. И вот почему-то в этом молоке он увидел какой-то вкус, непонятный для него. И надо купить ему другой галлончик. Так, что мы берем? Берем молоко за 2,35. Вот такое 1% жирности. Опа. И ставим его. У меня спрашивали, какие сроки годности на продукты. Сейчас я вам покажу. Значит, вот смотрите. Оп, резкость навелась. Значит, его предлагают употребить до 13 марта 2019 года. Сегодня у нас 16 февраля, то есть в закрытом виде его рекомендуется хранить не больше месяца. Так, сейчас мы пойдем, нам надо купить грибы и салат из капусты. Микс такой, микс. Вы уже видели его однажды, сейчас пойдем зацепим. Как обычно, в Sam's Club пахнет всякой вкусностью, но, к сожалению, ничего у них пока вот не готово. Я прошел мимо двух тележечек, которые угощают.
Вот, а ждать сегодня времени нет. Так, значит, что мы сегодня берем? Сегодня мы берем, наверное, вот такие грибы. Грибы 3,98. Бэбики. Опа. Вот такие вот грибочки. Давайте посмотрим их ближе. Так. Так, грибочки. Значит, в этом лоточке у нас что? В этом лоточке 680 грамм. И стоят они 3,98. Так, и нам надо салатик капустный микс. Двигаем за капустным миксом. Пойдем вокруг обойдем. Так, это нам надо вот сюда. А здесь у нас капустный микс. Так, вот если я не ошибаюсь, это ФЛБ за $1.74. Вот такой вот микс. Берем его. Так, как я вам сказал, это 2 ЛБ. Все хотят видеть, что у нас написано. Сейчас я отойду немножко, чтобы людям не мешать. Что у нас написано про этот салат? Давайте вот так вот сделаем. Так, и еще нам надо мяско. Мяско. Сейчас мы зацепим мяско. Мне Маришка дала четкие инструкции. И как я вам однажды сказал, нам надо мясо змеи. То есть такой длинный кусок, из которого в Беларуси обычно делают полинвичку. Так. Это вот такое мясо. Оно стоит... Такое нам надо за $1.68. Нет, нам надо, по-моему, вот это вот. $2.39. Да, $2.39 за ЛБ. Нет, это ребра. Это нам не надо. Нам ребра не надо. Нашел. Вот так оно выглядит. Вот это вот будет мой кусок. Вот столько он весит и столько он стоит. Так? И вот его цена и название. Все, значит, мы этого удава берем и тащим в тележку, я его сложу в пакет. Все-таки я нарвался на какую-то попробу. Тут нам предлагают какой-то салат с каким-то соусом и с небольшой лепешечкой. Сейчас попробуем, что это такое, и расскажу вам. Значит, в первом случае на тарелочке нам дали попробовать маленький кусочек питы с морской капустой, с какой-то зеленью и с майонезно-сырным соусом. Вот, было вкусно, но немножко кисловато. А в другом месте предложили попробовать вот такие три вида сыра. Вот. И сейчас я пойду, еще мне надо зацепить кремер для кофе, и там по ходу еще какой-то тест and тип стоит, еще один столик, будем еще что-то пробовать. Сыры оказались на редкость очень вкусными. Ну как на редкость? Что-то я сказал. Красиво сказал, но в общем сыр в принципе можно найти на любой вкус, и он всегда очень вкусный. Ну вот я зацепил вот такой кремер для сливок. Значит, в этой банке литр 890 грамм. Вот его состав. На большую чашку кофе
Так, сейчас вот, наверное, покажу вам срок годности, спрашивали. Так, что у нас здесь? А, нет, это использовать до. А, до августа, до 5 августа 2019 года. Разобрался. Так, вот, показываю его состав. Ну и, в общем, я вот использую его следующим образом. На большую чашку я добавляю где-то 1-2 столовых ложки, а на маленькую чашечку 1 чайную. И сахар после него я вообще не использую. Как мы вам говорили, от сахара мы отказались полностью. И, в общем-то, достаточно, чтобы кофе был сладкий, вот этого кремера. Так, сейчас мне еще надо яблочный сок. Как обычно. 6,48. 2 галлона яблочного сока. Вы его уже видели. Так, по дате использования у него стоит тут. Не освечивает. Ничего не понятно. Может быть, в другом месте где-то посмотреть. О, нашел. Нашел. Годности на соке так непонятно напечатано на нем было. Я все-таки рассмотрел. Январь 2020 года. Так, ну и давайте сейчас с вами сделаем небольшой обзор Пивчанского, который можно купить в Sam's Club. Просили сделать небольшой обзор пива, который можно купить в магазине Sam's Club или Costco. Ну вот сейчас я нахожусь в Sam's Club, я покажу вам, какое пиво можно купить. Перед этим я вам хочу сказать, что в таких магазинах, как Sam's Club, Costco, Walmart, Smart & Final, вы не купите бутылочку пива или баночку одну. Для этого вам придется купить целую упаковку. Если вы хотите купить одну баночку или одну бутылочку, для этого есть такие магазины, как 99 центов. Лучше всего 7-Eleven. У них большой выбор пива, и можно покупать в розницу, скажем так. А во всех больших магазинах пиво продается только упаковками, такие, как вот вы видите сзади у меня. Ну и сейчас мы пройдем, посмотрим, сколько это все дело стоит. Думаю, все знают пиво Корона. Вот такая вот упаковка, 24 бутылочки. По 7 ОС, это получается бутылочка 200 грамм. Упаковка 24 бутылочек будет стоить 18,96. Такая Корона. Корона Лайт. Значит, здесь у нас получается 24 бутылки по 12 ОС. Это получается 24 бутылочки по 350 миллилитров. Вот. Они будут стоить 24,96. Либо вот такая Корона Экстра. Я думаю, она тоже, наверное, будет стоить столько же, потому что объем одинаковый и упаковка одинаковая, ценника не видно. Так, есть еще Корона вот такая. 12 бутылочек по 32 ОЗа. Она стоит 36,96. Вот бутылка, она почти литровая, 940 грамм, 940 миллилитров. Так, что у нас еще есть? Пиво Мондео. 24 по 12 ОС. Будет стоить 22,96. Так. Такое пиво даже не знаю. Но теперь знаем и вы, и мы. $24 упаковка, 24 бутылки. Так. О, Хейникен, я думаю, это все пиво знают. 24 бутылочки по 12 ОС, 350 миллилитров, $24. Ну, получается в среднем где-то бутылочка доллар. Пиво Стелла Артуа, 24,96 за упаковку из 24 бутылочек, наверное, по 300 миллилитров где-то бутылочка будет. Много всякого разного пива еще.
Но я буду говорить только те названия, которые я пробовал или которые вы можете, по крайней мере, которые я знал, были в Беларуси на тот момент, когда мы уезжали. Значит, вот такое пиво Blue Moon, 24 бутылочки, 350 миллилитров, 24,96. Известное пиво Budweiser, почти $22, 36 бутылочек, по 350 миллилитров. О, это, кстати, баночки, это большие банки, извините, оговорился. Так, и Bud Light, вот такое пиво калифорнийское. Оно стоит $16.96, 24 бутылки по 12 ос, 350 миллилитров. Очень популярное пиво Coors, 36 банок по 350 миллилитров, $22. И такое же пиво Coors Light, только в маленькой коробочке и в бутылочке, $14.96. Всем известное пиво Miller Lite в банках, 12 ос, $22. Ну еще сейчас схожу на обратную сторону, там еще что-то в баночках стояло. Пока проведу вас немножко по чипсам. Чипсам можно сразу купить вот такие вот кремы специальные. Это кукурузные чипсы. Это тоже кукурузные чипсы. Я вам рассказывал про них. Доритос, они острые. Так, ну вот корона в баночках. А, ценник перевернулся. Она стоит $15. Так. Ну, в общем, собственно, там дублируется оно просто. Вот еще пиво Бэкс. 12,96. Это будет 12 бутылочек по 350 миллилитров. Так, ну и вот такие вот небольшие упаковочки по 6 бутылочек. $8 за упаковку. Вернее, 9, 8, 8. Давайте я просто вам покажу пиво, название и цену. Значит, ценник, который сверху, тот соответствует пиву, которое стоит внизу. Ценник обычно стоит над упаковкой. Внизу. Ну вот такой небольшой обзор Певчанского. Все, я иду на кассу и позже вам скажу, сколько это стоило. Занято. В Sam's Club, так же как и в Costco, можно купить сезонную одежду. Сейчас уже начинает продаваться одежда, которая соответствует весне, лету. Всевозможные купальники, шорты, блузки. Ну, на этом, может быть, как-нибудь позже остановимся. Народу много сегодня, не пройти. It's only 7.97, 98. Thank you. You're welcome.
такие вот витаминки для взрослых желатиновые. $8. $8 большая банка. Не глянул вес. Но мы будем покупать витамины, я вам покажу. Все, я становлюсь в очередь с кассы самообслуживания. И буду пробивать то, что купил, а потом скажу вам, сколько стоит. Вот я защелкал то, что у меня было в тележке. Ну вот я закончил покупки. Вы видели уже сумму на кассе. Получилось $27.28. Значит, что у нас сюда вошло? Это мясо, капуста, кремер, грибы, сок и молоко. Все. Спасибо, друзья, вы были на канале «Наша жизнь в Америке. New Life with My Life». Это был магазин Sam's Club. Как я вам сказал, у нас уже все начинает цвести, начинается весна, выходит тепло, и это здорово. Желаю вам всем хорошего настроения, хорошей погоды. Подписывайтесь на наш канал, подписка, как обычно, открыта, никаких ограничений нет. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы быть всегда на связи, чтобы не пропустить новую серию. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке. New Life is My Life». Bye-bye, до встречи, пока!